Здравствуйте, господа! Сегодня с вами Майкл Лившиц, и я хочу провести небольшую тренировку. Я знаю, господа, что вы все ждете, когда уже будет наконец запуск на территории СНГ, и это произойдет, потому что компания должна навести, как говорится, решить все свои проблемы, вход в страну, это все занимает время. И на сегодняшний день, во всяком случае, могу вам сказать такую вещь, что в Америке все работает полным ходом, и поэтому я хочу провести тренировку, показать, как это все работает, что происходит, чтобы вы были готовы к запуску. Я позавчера, сегодня у нас суббота утро, в четверг я разговаривал с Лэнсом, и Лэнс Конрад, он мне позвонил, задал просто пару вопросов по русскоязычной комьюнити, и из разговора я понимаю, что, наверное, запуск произойдет к началу, к нашей конвенции, которая произойдет 28 июня, и тогда они будут запускать территорию СНГ. Какие конкретно республики будут запускать, пока я не знаю, у меня такое ощущение, что, может быть, они даже запустят сразу всех, но это мы узнаем чуть-чуть попозже. Но, во всяком случае, все будет запущено. Сразу, конечно, работы много не будет. Это будет все зависеть от нас, сколько людей подпишется. И тогда от этого будет зависеть, как быстро они найдут больше рекламодателей. Но в любом случае, работа какая-то будет. И сейчас я вам покажу, что происходит здесь, в Америке. Как это все работает. Я покажу, как работать с телефона, как поработать с компьютера. Потому что до сих пор получаю вопросы, и мне люди задают, а что, с компьютера тоже работать можно? Хотя об этом уже говорится довольно давно. А сейчас на экране вы видите, это моя планшетка. У меня все записано и на планшетке, и на телефоне, и на компьютере. Поэтому я хочу, чтобы вы просто понимали, что происходит. Если вам эта тренировка понравится, значит, засейвайте ее у себя на компьютере. И просто, когда у вас пойдут люди, пойдет группа, чтобы вы просто знали, что происходит и как это нужно все делать, и чтобы не было тысячи вопросов. Единственное, я хочу еще добавить, господа, что у нас еще будут другие продукты тоже в компании. Но чтобы вы запомнили одну вещь раз и навсегда. Если люди будут вам задавать вопросы, чтобы вы сразу это говорили, чтобы не задавали таких повторных вопросов мне. Наше направление всегда будет направление работы на рекламах. В будущем люди смогут прийти в этот бизнес, и в эту вся прелесть этого бизнеса, потому что мы перевернем весь нетворк-маркетинг, весь MLM в мире. К нам можно будет зайти, подписаться бесплатно, начать работу с первого дня, заработать очки, и за счет этих очков вы сможете проплатить $50, которые надо проплатить за год, чтобы быть активным дистрибьютором в компании DVD Social, и тогда вы сможете начать работать и зарабатывать деньги. В начале, в самом начале, например, на сегодняшний день люди, которые живут в Америке или в всех странах, где уже открыто, они могут подписаться только за $50, но это опять-таки раз в год. Почему это делается вначале, как я уже говорил раньше? Потому что еще недостаточно рекламодателей, поэтому они желают, чтобы лучшие рекламодатели, пользу от рекламодателей пока получили только те, которые проплатили. Но в результате это все будет, вход будет бесплатным. У нас будут другие программы, платные программы, на которые, если вы захотите участвовать, вы сможете проплатить и участвовать. Но это обязательств никакого нет, чтобы вы просто это понимали с первого дня. Одна из программ, которая будет запущена, она будет запущена, насколько я понимаю, и, пожалуйста, не придирайтесь к моим словам, если я вдруг ошибся. Насколько я знаю, эта программа будет запущена в то же самое время, как будет открыта территория СНГ. И эта программа будет работать по всему миру. И что это за программа, информацию вы получите попозже, как только я получу полный обзор, чтобы я сам знал, как конкретно это все работает, как, чего и зачем, тогда я вам сообщу. А пока мы идем тренировку DVD Social на планшетке, или то же самое также выглядит на телефоне. Здесь вы видите мой кабинет. Кстати, там, где написано «самолет нарисован», сейчас я на него нажму. И вы видите, здесь может человек купить полеты, flights, отели, круизы, машины в аренду и разные travel deals. Например, нажму на travel deals. Этим может пользоваться только те люди, которые проплатили уже $50. Здесь очень много разных deals. Я не буду все показывать, чтобы вы просто имели в виду. Здесь сразу же показывается, очки надо или сколько это долларов стоит. И каждый человек может купить и полететь отдыхать куда угодно. Вот видите, в Сан-Диего в июле просто взять в аренду вот в этом отеле всего лишь стоит $159 за ночь. Так, чтобы вы имели в виду, в таком отеле ночь стоит где-то $400 в день и больше. Поэтому цены очень хорошие. А здесь вообще Hyatt Regency. Это один из самых крупных отелей в мире американских. И это называется, это New Orleans. Стоит $72 в сутки. Там тоже, наверное, за $400 в день не подойдешь. Поэтому здесь цены очень хорошие. И здесь цены, я вам показываю по Америке, но здесь есть также по всему миру. Просто, чтобы вы имели в виду. Смотрите, Miami Beach. Miami это один из самых финишнебельных курортов в мире. Я в Майами был очень много раз. Моя дочка училась около Майами в аспирантуре 4 года, поэтому туда ездили очень часто. Там $98 в сутки, но я даже не знаю, можно ли найти такой отель, чтобы стоило всего лишь $100 в сутки. Такого не бывает. Видите, написано в правом углу сверху 60% дискаунт. Это значит на 60% дешевле, чем она стоит на самом деле. Это чтобы вы просто имели в виду, какие здесь можно найти. Также здесь можно найти полеты, и это все для людей, которые проплатили всего лишь $50 в год, они могут пользоваться этой системой. Если среди вас есть люди, которые хоть раз в год ездят куда-то отдыхать, то при первой же поездке отдыхать вы себе сэкономите деньги. Так, ладно, вернемся к нашим делам. Значит, видите, написано «Rank and Share». Я нажимаю сюда «Rank and Share».
И вот у нас, видите, какой большой выбор работы. Первое – Applications. Значит, если я нажму на Applications, опять здесь идет Options 1 и Options 2, вы можете выбирать любую. Нажимаете, и сейчас откроются разные игры. За эти игры вы получаете очки, если вы аплоудаете эту игру на свой или на свою планшетку, или на свой телефон. И вы видите, в правом углу написано, первая игра Game of One, вы можете получить 400 очков. Но это для этого вы должны дойти до 10 уровня. Это вы, значит, должны аплоудать эту игру на свой телефон или планшетку и играть в нее. И когда вы дойдете до 10 уровня, вы получите 400 очков. Вторая, вы получите 22.75. Для этого вы должны просто установить эту игру на своем компьютере, в смысле не компьютере, извиняюсь, телефоне, не планшетке, и запустить ее, то есть начать играть. А потом через пару минут можете выключить. Вы получаете 22 очка. А потом на следующий день вы можете эти все программы убирать со своего планшетка или телефона. И вот таким образом, поэтому вы видите, там пишется, что нужно сделать для того, чтобы получить вот эти очки. Окей? Сейчас мы вернемся обратно. Нажму Option 2. Опс. Окей, Option 2. Ну, здесь то же самое, только здесь уже не игры, а тут разные программы. И тоже пишется, сколько нужно, вы можете получать очки. Есть некоторые программы, за которые надо платить. Они вам предлагают это. Это не значит, что вы должны это делать. И за такие программы, конечно, будут очки даваться намного больше. И это вы уже платите той компании, чья программа это есть. Поэтому смотрите внимательно, какие программы вы будете в будущем устанавливать у себя на компьютере. И запомните такую вещь, что когда появятся рекламодатели на территории СНГ, то это все будет и на русском языке тоже, но это будет немножко попозже. Окей, возвращаемся обратно. Теперь идем Offer Wall. Вторая. Опять здесь есть Clean Points Option 1 и Earn Points Option 2. Честно сказать, пока разницу между ними я не знаю. Нажмем первое. Пока я только показываю, как это все нужно, как это все надо, как это все работает. Окей, здесь пока что-то не открывается, иду дальше. Иду, возвращаюсь обратно. Второе, Option 2. Посмотрим, что это за Option 2. Господа, пожалуйста, смотрите внимательно. Это все будущая наша работа. Значит, здесь тоже, видите, есть какие-то игры, где можно получить 51 очко, 62, 22. И под ними написано free, free, это значит бесплатно. Видите, даже 556 очков, бесплатный трайл. Ну, короче говоря, опять, тут очень много разных. И видите, внизу есть More Offers. Если я нажму More Offers, то, видите, открылись еще новые. И так оно идет. Очень много их. Поэтому работы хватит на всех. И, господа, многие вещи я тоже не знаю, потому что я этим никогда не занимался. И поэтому, что я делаю, я просто пробую. И когда вы начнете работать, если что-то вы не знаете, просто нажмите и попробуйте. И вы увидите, что происходит. Вам понравится, будете делать дальше. Не понравится, идете к следующей. Поэтому не боитесь пробовать. Следующее, Survey. У нас их два. Первое, кажется, еще не работает. Сейчас посмотрим. Не работает уже. Окей. Здесь тоже за каждое. Здесь это уже где вам. Вы должны будете отвечать на вопросы этих программ. Видите, первая программа 25 очков. Вот обратите внимание на вторую программу. Вы можете получить 200 очков, плюс вы еще зарабатываете $3.50, но это вы уже зарабатываете не от DVE, а конкретно этой компании, которая дает вам эти вопросы. Поэтому запомните, господа, что когда вы начнете делать опросы, Survey — это опросы, если я правильно понял, переводится, то у вас будут просить часто электронную почту. Мне мой совет для вас, что вы себе создали новую электронную почту именно для этого, потому что вы будете получать на ней очень много почты. Поэтому создайте себе почту, и лучше всего с Gmail. И многие компании, где вы будете делать опросники, потом они вам будут сами присылать разную почту и предложения заработать деньги, если вы будете делать еще разные опросники, заполнять отдельно от DVE и Social. И если вы это хотите делать, вы можете это делать, потому что вы будете зарабатывать. Видите, как здесь пишется, что если вы заполните, полностью сделаете, закончите это опросник, вы еще получите $3.50 от самой компании, чей опросник вы заполняете. Поэтому здесь будет очень много. И вот опять-таки здесь показывает вопросы и разного вида, на разные темы. Вы можете делать, правда, прямо все подряд. И я вам скажу еще такую вещь, что некоторые опросники, когда вы сдадите свою информацию, заполните первую информацию, то они могут сказать, что именно им вы не подходите для этого опроса. Поэтому вы должны будете идти дальше. Поэтому делайте, не выбирайте там, где больше очков, потому что помните, где больше очков занимает больше времени в любом случае. Поэтому делайте все подряд, когда придет время. И видите, написано Load More. Если я нажму Load More, то сразу же открывается еще больше и больше. И сейчас рекламодателей у нас в Америке очень много. Насколько я знаю, больше 200 компаний уже. Подождите, обратно возвращаюсь. Offer Wall. Мы зашли на первую, хочу нажать вторую. Тоже, как видите, здесь тоже игры. И с правой стороны, кажется, я уже вам это показывал. Окей, возвращаюсь обратно. Теперь, Survey, я извиняюсь, вот сюда я не нажимал. Вторую. Окей, вторая пока не работает. Да, unfortunately, окей, пока вторая не работает. Еще видите, что кое-чего есть, не работает. Оп. Теперь я хочу поверить. Видео. Это самое простое. И поэтому за видео платят самое маленькое количество полос. И видео вы просто должны смотреть.
И вы смотрите не просто видео, а между видео будут рекламы. Тут просится Verify. Видите, какое-то здание. Опс. Снимем. И спросите, чтобы я select все с апартментами. Иногда такое происходит, это для того, чтобы люди не пользовали разные, как говорится, причиндалы, чтобы они знали, что это живой человек. Но надо сделать один раз. Оп, видите, опять показывается. Street Science, окей. И вот таким образом вы смотрите, смотрите рекламы, и сразу в правом углу, вот если вы обратите внимание, здесь уже появилось очко, потому что я просмотрел рекламу. Значит, очки платят только за рекламу, не за все ролики. Но вы должны смотреть все ролики, и самое интересное, что когда вы включите, оно просто начинает друг после друга идти, вам не надо ничего выбирать, оно уже идет все. Я сейчас выключу это. Окей, вот вы видите, тоже здесь выбор очень большой. Второе, Earn Two. Здесь тоже начинается показывать разные... рекламки за все то, что вы набираете очки. Я это возвращаюсь. Оп, не хочет останавливаться. Надо подождем, пока она проиграет. Это идет какая-то реклама о каком-то продукте. Возвращаюсь обратно. Recommendations пока еще не работает, это будет. Чтобы вы знали, видно, что такое recommendations. В будущем, когда все будет запущено и страны будут работать, мы будем получать, это будет называться bundle. Чтобы вам не надо ломать голову, что вам нужно сделать, чтобы быть квалифицированным конкретно в этот день, потому что за месяц для полной квалификации. И что это значит квалификация, если у вас уже люди есть в группе? Для того, чтобы получать комиссионные из каждого человека, вы должны пройти квалификацию, набрать 100, минимум 100 очков за один месяц. То есть квалификации не такие большие. Вы можете работать больше, но минимум 100 очков вы должны набрать, чтобы быть квалифицированным и получить комиссионные из каждого человека. А что это значит, так как вы помните, что у нас 3 на 10 матрица, и у нас будут переливы, и переливы уже есть у людей, которые зашли в бизнес, которые успели. У меня есть ребята, у которых по 300 человек под ними, и они сами привели, могут только одного или двоих. И представляете, эти люди будут зарабатывать доллар с каждого человека в день. Можете себе представить, какие будут люди зарабатывать? Короче говоря, бангл, то, что мы будем получать в будущем, что это значит, это какая-то работа, какую вам надо сделать за весь день для того, чтобы быть квалифицированным. Поэтому вам не надо будет ломать голову, вы нажмете кнопку, я не знаю, как это будет называться, или рекомендейшн, или еще или как-то, у себя в кабинете, у вас будет работа. Если вы пробьете эту всю работу, все, дальше вы квалифицированы. Захотите проходить дальше, это уже ваше дело, вы это сможете делать. Плюс у нас будет такая вещь, что если, например, вы должны будете уехать в отпуск, и вы боитесь, что вы неделю не сможете работать или не будет доступа для интернета, вы это все сможете сделать до того. Вы просто сделаете намного больше работы, то, что благодаря которой вам будет квалификация на всю будущую неделю, если вы собираетесь это делать. Дальше, что я хочу вам показать, что вы также можете работать с интернета. Потому что я вам показал до сих пор, это идет работа с любого телефона, я имею в виду пока только планшетка и Android. iPhone тоже будет готов. И пока только Android и планшетка. И если у вас нету этой софта, если вы должны зайти, как это называется на планшетке, Play Store. Видите, у меня написано, вот я покажу, вот Play Store. Если вы нажмете на Play Store, если у вас нету такой программы, даже если система не запущена, я вам советую эту программу найти. Нажимаете сюда где, и пишете DIVE, вот DIVE Live. И вот видите, ну у меня уже она здесь, поэтому видите, пишется открой. Поэтому, оп, сейчас я выйду отсюда. Поэтому если у вас она не будет еще установлена, то будет написано install. И вы должны эту программу инсталлировать себе на свой, как говорится, ваш агрегат, и все будет работать. Но запомните, пока это можно сделать только телефон Android или планшетку. Но вы можете также работать с любого телефона, с интернета. У вас у каждого на телефоне есть интернет. Вот видите, интернет. Если вы нажимаете сюда, вот то же самое. Появляется, вы можете зайти в бэк-офис, это бэк-офис моей супруги, и работать. Так я сейчас отключу это, я буду вам показывать уже на компьютере, потому что на компьютере это будет намного... Опс. Намного интереснее. Я вам покажу немножко больше. Значит, я позакрываю это все. Теперь я зайду опять в свой бэк-офис уже на компьютере. Значит, я надеюсь, господа, вы что вы поняли, что все то же самое можно делать с вашего, с любого iPad, планшетки, с любого телефона, айфона, но это только если вы выходите на интернет. А если вы хотите работать с самой программой, это только планшет и Android. Надеюсь, это вы поняли. Пожалуйста, передавайте людям,
который находится в вашей группе. Значит, видите, здесь уже показывает, вот сколько я заработал, 141 доллар. Это небольшие деньги, но это всего лишь за несколько дней работы. Total points, видите, я за два месяца уже 236, в этом месяце я набрал 74, а за прошлый месяц, и то, что я набрал в этом месяце, уже 236. Я не помню, там я набрал уже, видно, кажется, больше очков, но это все идет, если я не ошибаюсь, раз в неделю они появляются пока. В будущем будут появляться каждый день. Что интересно, в будущем вы сможете видеть, как работают партнеры в вашей группе, и сколько вы сможете зарабатывать, если вы будете квалифицированы, и это будет людей подстегивать, приводить людей в бизнес и делать работу. Поэтому все это будет взаимосвязано. Сейчас я зайду на Ranking Share. Я просто сейчас хочу еще раз показать вам. В принципе, вы видели все то же самое. Если я захожу на видео, видео начинает работать. Нажимаем, например, сюда. И пошла работа. Да, это дольше занимает, пока она аплодается. Но когда она уже аплодается, то начинает работать быстро. Сейчас я закрою это. Кстати, видите, здесь у меня написано 206 очков. Есть еще вещи, которые мне самому не на 100% непонятны, но все это будет сделано нормально, все в результате начнет работать отлично, и проблем не будет. И это одна из причин, почему они так быстро не запускают много все страны, потому что, чтобы не было неразберихи. Вы же сами представляете. Ну вот таким образом работают ролики, и всегда следите, если вы начнете смотреть ролики, например, если вы посмотрели три ролика, и у вас здесь, видите, где ноль, продолжает стоять ноль, вы закрываете ее и нажимаете другую. Может быть, там мало рекламы. Это реклама. Видите, реклама прошла, и вы получили часть очка. С правой стороны, видите? Вот за это вы получаете. И каждый раз, когда будете просматривать ролик, как сейчас, за это вы не получаете. Но после него может быть другая реклама. И вот за это мы получаем деньги. У нас уже появилось что-то новое. Сейчас я вам покажу. Offerwall. Видите, написано Offerwall. Вот это новое. Это прибавилось пару дней назад. И много людей мне уже начали звонить, и почему я не рассказываю, что это такое. Теперь я вам расскажу. Это значит, еще у нас появились новые рекламодатели. И все то же самое, как я показывал раньше. Вы должны будете сначала ввести всю свою информацию. Я уже ввел свою информацию, поэтому меня это не спрашивают. И здесь показывается, видите, 5 минут. Вы получите 5.2 очка, 5 минут. Можно получить 42 очка, да, до 42 очков. 5 минут 26 очков, 5 минут 26 очков, 57 и так далее и тому подобное. Но опять-таки, как я вам сказал раньше, не выбирайте, где самое большое количество очков, делайте все подряд, потому что некоторые компании, когда вы ведете всю свою информацию, они могут вам сказать, извините, для вас сегодня у нас ничего нет, потому что на сегодняшний момент они ищут определенную вид людей, которых они хотят, чтобы они сделали именно этот заполненный опрос. Поэтому вы должны понимать это. Auto Insurance for You. Auto Insurance, но это не для русских, это только для тех людей, которые живут в Америке. Это они делают опрос, если вы хотите купить или ищете какую-нибудь страховую компанию для своей машины. Поэтому тут на разные случаи жизни. Вот это 20 очков. Это компания Amazon. Все знают Amazon. Здесь, кроме всего, можно еще выиграть гифт-карт на $100 от Amazon. То есть, что дает сама Amazon. Поэтому здесь, когда вы начнете работу и заполнять все эти ролики и все эти опросники, вы еще сможете заработать, кроме всего. Вот видите, выскочила новое какое-то тоже опросник, если хотите сделать. Я нажму, пока он мне нужен. И вот таким же образом, и вы знаете, в предыдущих, видите, но все время будут выскакивать вам разные предложения. И вы можете их принимать или отказываться. Вот, например, если я нажимаю сюда, вот 20 очков. Это здесь пишется, что вы должны открыть в новом окне. Опять, господа, в результате помните, что когда у них появится уже, когда будет запущена территория СНГ и будут рекламодатели, они найдут в Европе или даже на самых республиках территории СНГ, то будут и на русском языке. И как я сказал раньше, у нас еще будет программа, но это все будущее, там, где вы сможете участвовать в этом, вам будет дать возможность, и вас научат, как это делать, и вы сможете быть представителем компании DV Social для тех бизнесов, которые находятся на территории, где вы живете, а людей, бизнесов, которые, если вы сможете прийти и предложить им рекламировать свой бизнес на платформе компании DVA Social, то есть Google, Amazon, и сами понимаете, что такого предложения они получить ни от кого не смогут. Поэтому и вы тоже с этого сможете зарабатывать деньги, плюс вы будете помогать сами себе получать новых и новых рекламодателей. И теперь вопрос задают, имею ли я Apple iPad? Yes, да, я имею, в принципе, не я имею, моя дочка имеет, напишу нет. И задают вопрос, сколько вам лет, ну я не буду сейчас Apple or Android, Android. И здесь пишут просто, чтобы я написал свое имя. Я не буду продолжать это, вы, в принципе, понимаете, что просто надо отвечать на вопросы. И еще раз, господа, если что-то вы не будете понимать в самом начале, не пугайтесь, продолжайте это делать. Тренируйтесь. На этом вы получите ту информацию,
то, что нужно вам для того, чтобы вы поняли, как это все работает. Окей? Я сейчас просто не хочу это делать, я закрываю. И еще раз видите, объявлений новых очень много. Хватает на все случаи жизни. Видите, можно продолжать идти, и идти, и идти, и все больше, и больше. Окей. Вот это количество, которое на сегодняшний день. Это вы все можете проходить, и как вы видите, вам хватит. Закрываю. Опять-таки сервер, это мы видели раньше. Offer 1, Offer 2 еще не работает, Offer 1 тоже, это уже другие рекламодатели. И здесь то же самое пишется, сколько вы можете получить очков, за какое количество минут. 25, 70, 200, 150, и это пишется на какую тему, что за опросник. И опять-таки я вам просто, видите, их много. Видите, сколько? Поэтому хватит каждому. Если, допустим, вы уже делали один опросник, и вы на следующий день думаете, а вдруг я уже это делаете заново, ничего страшного, и потому что если под меня, и если даже, и когда вы заполните свою информацию, если вам они, если вы, именно вы для этого опросника больше не подходите, они вам напишут, извините, дальше, идите на следующий. Поэтому все, не получится так, что вы сделали одно и то же два раза, и вам не заплатили деньги. Окей? Вот это, в принципе, то, что я хотел сказать вам на сегодняшний день. Единственное, что быть вот с самолетом, travel-система обалденная. Просто обалденная. Я всегда покупаю, если куда-то я собираюсь лететь, я покупаю всегда все на интернете, и поэтому у меня есть кое-какие сравнения. И здесь, конечно, очень много, выбор сумасшедший. Выбор очень большой. Очень большой выбор. Я просто вам показываю, это одной сайт, вы можете искать, куда вы хотите, например, destination, куда вы хотите ехать. Можете быть в Бермуда. С какого числа? На сколько дней? 3-5 ночей, 6 дней, 10-14. Any cruise line. Нажмем search. Вот, пожалуйста. И здесь пишется цена. О, на каком корабле? С какими условиями? Можно купить дешевле, можно купить дороже. Видите, здесь пишется $143 за ночь. $172 за ночь. Это на 5 дней. Значит, за $716 вы можете поехать на корабле на Бермуду. Вы можете поехать за $1477, но это уже свит. $858 это с балкона, $858 это окно выходит прямо на море. Поэтому здесь есть, наверное, все случаи жизни. Видите, здесь уже это продано, только за $940. На все случаи жизни. Здесь очень много разных поездок. Вот поездка в Нью-Йорк и Монреаль в Канаду. Всего лишь $749. Даже не представляете, сколько. И, конечно, можно найти дешевле, можно найти, где это было. Ну, я не буду сейчас больше искать очень много, потому что здесь можно искать до завтра. Видите, это я только нажал на фланс, нажать Weekly Travel Deals. Это новый сайт. То же самое здесь можно круизы найти, отели, resorts, luxury resorts. Резорт – это когда вы приезжаете в какую-то неделю, и еда все входит, все бесплатно. Например, Карибия. Чуть больше на destination. Ну, куда вам посоветовать, где я был? Я много где был. Бахамас, Барбадос, Пуэрто-Рико. Ну, например, на Джамейке. Берем одну неделю. Здесь даже можно выбирать резорт. Если вы, например, знаете какой-то определенный резорт, куда вы хотите поехать, или кто-то вам посоветовал, вы можете прямо написать здесь, и вы его найдете. Я не буду больше искать, потому что тут, видите сами, здесь столько всего, что обалдеть можно. Разные туры. Смотрите, 14 тысяч туров. Это значит 14 тысяч предложений. Здесь просто обалденно какое количество. Вот это, в принципе, то, что я хотел сегодня вам рассказать и показать немножечко, как говорится, всполошить ваши знания. Еще раз хочу сказать, господа. Я знаю, что многие из вас уже хотят работать. Я это все прекрасно понимаю. И это все придет к вам. Это хорошо, что они не запускают сразу все страны одновременно. Это потому что тогда начался бы базар. Потому что если появляется какая-то ошибка, какой-то глыч, какие-то глюки, они будут появляться. К сожалению, это такой бизнес, что сразу все глюки убрать невозможно.
Поэтому, чтобы люди не начали кричать, что зачем запустили, что ничего не готово, поэтому они все это решают, эти все проблемы, и будут запускать постепенно. А мне очень часто, например, недавно мне человек написал из Украины, что он вышел на свой кабинет, и там уже все работает. И он даже успел просмотреть несколько реклам. Я не знаю, что это было, может быть, это они тренировку запускают иногда. Поэтому проверяйте, кто-то написал мне, я не помню, в Германии или во Франции у него есть партнер, который написал, что там работает. Поэтому заходите в кабинет. Если у вас, вы еще не подписались, но у вас есть ссылка человека, который вам прислал, пытайтесь открыть ссылку. Потому что если вы откроете, нажмете на эту, на свою ссылку, я вам сейчас покажу, где ссылка находится, одну секунду. Если вы заходите в свой профайл, вот ссылка. Поэтому если вы, например, если у вас есть ссылка, но вы еще не в бизнесе, вам уже выслали ссылку, вы делаете таким образом. Вы выходите на интернет и нажимаете. И вот произойдет такая вещь. Видите, она ищет, откуда человек, где человек находится. А в данном случае, если вот это появляется, вы нажимаете «Yes», и вы можете подписаться в бизнес. Если в вашей стране еще не работает, тогда будет написано, что у вас в стране ничего еще нет. Поэтому, если вы не в системе, проверяйте это. Мне задавали такой вопрос, человек писал, что я подписался на Украине, я живу на Украине, но я сейчас нахожусь в какой-то другой стране в Европе. Могу ли я работать? Значит, не имеет значения, где вы подписались. Когда вы выходите на работу, система проверяет сразу автоматически, где находится человек в этот момент, когда он выходит на работу. Окей? Поэтому оно будет писаться и проверять, где вы находитесь. Если вы находитесь в стране, в которой идет работа, значит, вы можете работать. Или вы можете подписаться. Поэтому всегда помните, не имеет значения, где вы живете. Имеет значение, где вы находитесь в тот момент, когда вы хотите начать работать. И запомните, господа, если вас никто не заставляет ждать, работайте и занимайтесь тем, чем вы занимаетесь. Просто следите за информацией. И как только все будет запущено, господа, мы завоюем весь интернет, потому что никакая, я подчеркиваю, никакая такого типа или другого типа компания сможет нам, с нами соревноваться. Потому что, еще раз повторю то, что я говорил раньше. Наши партнеры, Amazon и Google, 100% всех реклам на интернете приходит через них. Поэтому нас уже догнать не сможет никто. Господа, пожалуйста, имейте терпение и следите за информацией, и до следующей встречи. Счастливо, господа, счастливо, господа.